Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем на новой карте, переделана с VR-версии, Серега, поздоровайся. Всем привет. Очень странно то, что здесь мы все маленькие, даже аниматроники здесь маленькие, камеры здесь почему-то не работают. Это, конечно, демо-версия, она вышла только сегодня, поэтому, наверное, все разработчик сделает, и мы будем большие. Так, мы сделали самодельные двери из такого прикольного материала. Зеленая открывает. Так, подождите, все, пацаны, не мочите. Это у нас предисловие. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы будем начинать. 20 человек хотя бы просто так пробежимся по пиццерии, покажем. Давай. А то только показали офис. Классная новая пиццерия, особенно офис. Класс, бомба. Ну, в этом какой-то есть прикол, что мы маленькие. Мы как детишки. Да уже мы меньше, чем дети. И аниматроники здесь челепи. А вот это аниматроник большой, как и должен быть. Здоровый кабьян. Вот маленький тоже сидит в уголочку. Этот на сцене стоит, кабьян. Так. Фредди сидит, валяется. Так, отлично. Надеюсь, ребята, вам нравится эта пиццерия. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. А мы с Серегой уже идем в наш офис. Будем веселиться. Так, давай пролетим, потому что оббегать впадло. Так, ты где? А я пробегу. Я как мужик пробегу. Давай, мужик. А я как не мужик. Аниматроник. Нет? А мы закрываем. Ой, угадал. Наоборот открыл. Он стучит, смотри, Серега. Дома никого нету. Мы в глазок видим, это ты. Ах ты, жопа, всех убил. Ну и ладно. Давай, мочи всех новых людей. Так, все живые. Это был просто резкий испуг. Так, текстуры здесь просто можно вот так вот проходить. Я не знаю почему, но можно как-то. Уходите. Ты противный нам, как аниматроник. Классно, вот этот фиолетовый такой аниматроник. Он, этот маленький возле него. Вообще, детеныш человеческий. Сел. Тоже. О, этот пришел. Скин прикольный. Да, мне нравится. А как-то еще болтают они с там аниматроник, которые такие прикольные. Болтовня у них. Пошел вон. Вон пошел. Во-во-во. Что-то поет. И танцует. Гладит стенку нашу, что ли, или что? Ах ты жлоб. Ты вот что там, дубинка бьешь или посрочами? Я ему это пинок под... Смотри, этот вообще валяется. Ты что, алкаш, опять напился, что ли? Вставай, на работу, в пиццерии уже. О, привет, я тебя знаю. О, папа. Доброе утро. Так, куда ты собрался? А что это хрустит такое в пиццерии, ты слышишь? Да. Опа, 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 опять кто-то тарахтящий пришел. Ну, опа, опа, ну, и музыка искажается. Так, надо, мы сейчас будем по пиццерии еще побегаем немножко, помочь им их. Плохо, что не написано какая-то ночь. Да. А, и на стол не могу запрыгнуть. Кто там музыку портит новую? Слышь, ты уходи. Да, ты нам не нравишься как человек. А как аниматроник, ну, разве... нравишься? Так, я возьму какую-то ружку, выйдем на этот. Уже час прошел, пора нам сделать обход по пиццерии. Серега, отойди, я их убью. Отойди, пожалуйста. Ты их откинул. А, не убила. О, голова. Скромникс, молодец. Мне, кстати, нравится скример этого аниматроника, его переделали. Он был немножко рагульней. Так, я лежу, отдыхаю. Нас двое и шесть аниматроников. Это очень жестко. Ай-яй-яй, пришел. Дверь кто-то открыл. Нет, он пролез. А, может пролазить. На вон щель. Вот говно. Я открываю дверь ему. Я пошутил. Отвали. Димас, походу, они... напрашиваются у нас это. Я его вижу, я его вижу. Вот он, вот он, вот он. Он меня нашел все-таки. О, вот тут трупейшн что-то. Мсти, мсти. Ай-яй-яй, он тоже отомстил нам. Чика, вообще жесткие мужики. Такс. Выключай. Серега, админский пистолет взял? Я его по звуку знаю. Пошли вон отсюда. Все, до свидания.
Смотри на его морду, Димас. Да, он классный. Да, классно. Какая отвратительная рожа. Ого, их понаходило сюда. А ничего. Как они сюда проникают? Мне а вот я не знаю, может у где-то вентиляция двери есть? Двери же закрыты, по идее, а они каким-то образом заходят. Ага, тут какой-то нычка может есть. Ого. Серега, все, берем админские пистолеты. Надоело мне. Все. Сейчас я даже сразу заранее выберу. Вы че? Мочи его. Ах ты жлоб, я не успел что ли? А, это же только скример, я живой остался. Мочи его. Я отомстил. Да блин, смотри какая война у нас. Ребята, сейчас будет жесткая война, я вижу. Пацаны тоже разозлились. И мы тоже. Так что давайте, кто сильнее, аниматроники или охранники. Да дайте жить. Давайте, пацаны, давайте хотя бы дайте фору 20 секунд. Не приходите к нам. Дайте нам этот, раздуплиться. Вы сильно жесткие. Поехали. Серега, давай. Я их сдерживаю. Сейчас подбегу, Диман, сдержи. Я их сдерживаю максимально. Ты меня убил. Да блин, я стрелял, там они там за столами стоят. Ты ж не видел, наверное. Серега, все нормально вроде бы. Эй, черепашка-ниндзя. Мочи, мочи, Серега, давай. Вышли на охоту за ними. Ну, кто еще тут пиленькает? Я тут кекс убил. Прыгнул. Ай, блин, Скраб Бэйби, она такая классная. Хорошо, я еще лучше могу быть. Ага, ага, блин, смотри, что делает, тоже меня мочит, неплохо. Я отомстил за тебя, Дима. Спасибо, Сережка. Пойдем мочить их. А, да смотри. Так, я не понял. Их очень много, да? Не дают нам ничего сделать. А, Сережка, мочи всех. Прости. И меня тоже. Так, хорошо. Так, видимо, наши аниматроники напрашиваются на что-то другое. Не-не-не, давай. А ну, давай, давай, покажи, что ты можешь им предложить. Бабах сейчас будет. Простреливаю все углы, Серега. Никого не пускаю, никого. Никого не пускаю. Никого. Контролирую все, все движухи. Так, убил кого-то. Скраб Бэйби. Ого. Это моя комната. Ну давай, пацаны, кто зайдет? Выглянь за дверь, что там стоит. Подарочек аниматроник. Ого, ну что она такая большая? Нифига себе, это ветер от нее такой мощный. Неплохо. А что ты раньше эту бомбу я никогда не видел? Почему-то. Давай что-то еще жахнем. Да без проблем. Мне это писере очень нравится. Так, пацаны. Кто будет Серегу обижать, тот будет умирать. Блин, это эффект от этой бомбы. Сейчас будет кастл Браво. Давай. Так, хватит Серегу мочить. Мы тут, может быть, взрываем бомбы. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это мощно. Давайте, ребята, отличу за карту, покажу. Нифига себе, все белое. На какую же дистанцию он обьет? Ого, все в огне. Я очень далеко отлетел. Реально далеко. Ого. Так, я лучше вылечу за дверь. Наверное, не помогла мне дверь. Все равно все жахнуло. Вот это сейчас будет эпик взрыв. Ого, все горит. Ого. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!